Доброго утра всем нашим телезрителям! А мы сегодня приехали в Минский дом ребенка номер 2, чтобы познакомить вас с обаятельным, веселым и подвижным малышом. Зовут его Максим. Максимку очень любят воспитатели и педагоги, потому что, несмотря на его столь юный возраст, он удивительно самостоятельный и любознательный. С ним очень интересно общаться. Смотрите. Знакомьтесь, это Максим. Максиму 3 года. Он замечательный, веселый малыш. Очень любит заниматься. Занимается он с игрушками-вкладышами, очень любит пирамидки, любит также подвижные игры. Сейчас мы вам покажем, как он складывает пирамиду в свои 3 года. Что это? Мячик. Колечки снимает Максим. Молодец. Большое. Выходи, большое колечко. Вот, ему даже не надо подсказывать. Он прекрасно справляется сам. Большое колечко. Правильно надел. Теперь вот это самое большое. Эта игра развивает моторику, умственную активность ребенка и расширяет его кругозор. Да. Все, мы собрали. Молодец, Максим. Вот такую большую пирамидку мы собрали с Максимом. А еще Максим очень любит читать и отвечать на вопросы по сказкам. Такая книжка у нас есть, Максим. Давай мы будем смотреть с тобой. Кто у нас? Любимая сказка «Репка». Репка. Кто это? Репка. Мышка. Как мышка пищит? Пипи. Пипи мышка пищит. И выросла репка большая. Покажи, Максим, какая большая репка? Это дед. Дед. Кто это? Папа. Девочка. Девочка, внучку позвали. Позвали. Папа. Кошка. Это кошка. Вот. А это собака. Потянули репку, не могут вытянуть. И позвали кого? Кто это, Максим? Мышка. Мышку потянули. Пи-пи-пи. Вот так Максим большим удовольствием смотрит книжки, отвечает на вопросы. Немножко по-своему отвечает, немножко по-своему говорит, но с большим интересом и удовольствием. Максим очень активный и подвижный ребенок. Он очень любит занятия спортом, занятия в спортивном зале. Максим любит лазать по шведской стенке. Любит играть в мяч, прыгать на батуте. Быстрота – это, наверное, одно из главных качеств Максима. Он делает все быстро и весело. Максим, как и все дети, очень любит играть. В играх он избирателен и в игру принимает только того ребенка, которого он хочет. Как ни странно для мальчика, любимая игрушка Максима – это кукла. Он с такой заботой, теплотой и любовью ухаживает за куклой, он укладывает ее спать. Он кормит ее из детской посудки, ложечкой, одевает и раздевает, катает в коляске. Я хочу пожелать Максиму найти такую семью, которая зажгла бы огонь радости и счастья в глазах этого ребенка своей любовью, заботой и опекой. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети. Хочется, чтобы родители для Максима нашлись как можно быстрее и забрали его домой. Ведь ему, как и каждому человеку, конечно же, нужна ласка, забота и родительская любовь, чтобы вырасти поистине счастливым человеком. Ведь у каждого должна быть своя семья.